Всем подписчикам привет. Проблема затрудненного носового дыхания или постоянной заложенности носа оказывается очень актуальна для многих людей. Многие люди годами сидят на так называемых адреномиметиках. Это средство для сужения сосудов носа, для того, чтобы возобновить только полноценное свободное дыхание. Я снимал видео при применении метронидазоловых промываний носоглотки, которые помогают решить эту проблему, если она вызвана воспалительными заболеваниями, вызванными микроорганизмами, чувствительными к метронидазолу. Но куча людей, которые испытывают затруднение этого дыхания от других причин, это так называемые аллергические риниты, это вазомоторные риниты, на которые смысла нет использовать эти промывания. Начал изучать проблему, оказывается, очень хорошо вместо сосудосуживающих можно применять лазерное излучение небольшой мощностью, до 5 милливатт, длиной волны 650 нанометров, это красный цвет. И для этих целей я предлагаю использовать простые лазерные указки, которые имеют мощность 1 милливатт, ну от 1 до 10 выше, но нам выше 5 милливатт использовать смысла нет. Методика простая. Если у вас заложен нос и вы испытываете проблемы со своим дыханием, вы берете лазерную указку, ее кончик помещаете в носовой проход и включаете ее. Идет воздействие как раз этим красным светом на слизистую носа. Она, это излучение, проникает также через слой слизи и достаточно глубоко. В результате этого воздействия улучшаются обменные процессы в клетках слизистой. И за счет этого увеличивается содержание белых кровяных телец, проходит отечность, то есть снимается воспаление. Эти указки достаточно широко применяются. Также можно применять их при лечении наружных отитов, воспалениях уха. Также вставляете кончик этой указки, включаете. Длительность воздействия 3-5 минут. В результате этого у вас постепенно снизится отечность, и проблема будет решена. Спасибо всем за внимание. Не болейте.